Потому что со мной не разговаривают. Вот скажи всю правду. Достал ворчать, когда уже из мозга эту грыжу вырежут. Не говори глупостей, то накаркаешь. Так, сейчас что там, 9 утра почти, по-моему. 9 уже, да? 9:22, меня еще не забрали. Приезжал врач. Ой, не врач, медсестра приехала с каталкой и передумала меня забирать. А потом приходили врачи и сказали... Все куплено, все места в операционных комплексах. Сказали, что мы ждем. Что-то сейчас закончат какую-то и меня заберут. Вот, а Алёша сидит, он завтракает, мой завтрак. Я так есть хочу, он сидит передо мной прям чавкает. Что тут есть?